То, что произошло неделю назад, до сих пор мне мерещится, когда я закрою глаза и снится мне во всех страшных снах. Ну ладно, давайте все по порядку. Это произошло 27 июня 2022 года, и я работал тогда еще в KFC, и, конечно, я не радовался этому, и я решил найти себе работу получше. Я пролазил абсолютно все объявления про работу, но ничего не нашел. И вот лазил я когда по одному сайту, я заметил вроде как достойное выгодное предложение «Сторож на кладбище». Я, кстати, не верующий, так что мне было честно плевать, что нужно будет охранять мертвых. У меня как раз были документы даже для этой работы. Там было написано 40 тысяч в месяц, чтобы просто охранять кладбище от хулиганов. Вот это выгода. И, кстати, забыл представиться, меня зовут Олег, и это все, что я могу рассказать о себе. Ну и также я параллельно работаю и учусь, чтобы уехать в другой город. Так, ладно, что-то мы отошли от сути рассказа. Как я сказал, это случилось 27 июня. Я, короче, собрал все свои вещи, ну как вещи, один телефон, вызвал такси и поехал на этот адрес. Сел в такси и поехал на это кладбище. Водитель довез меня до этого кладбища, и я вылез из машины. Я пошел и увидел, что там какой-то человек, то есть это был хозяин. Здорово, Шкет, ты что, готов к работе? Здравствуйте, да, готов. Выходи сегодня работать, и через месяц 40 тысяч будут твои, даже без подготовки. Хорошо, я понял. Меня, кстати, если что, Витя зовут. Пошли, я покажу твою сторожку у охранника. Дед провел меня в мою сторожку и показал, что там. Да, конечно, много было могил на этом кладбище, но что поделать. Вот твоя сторожка, тут все есть, одежда и фонарь. Спасибо, а что было с прошлым охранником, почему он уволился? Когда я это спросил, этот дядька изменился в лице. Да, он тут работал, знаешь, ему просто надоело, просто так сидеть. Он мне что-то не договаривал. Начинаешь работу сегодня с 12, а пока что можешь поспать или что-то в этом роде. Хорошо. И это, парень, постарайся редко выходить ночью, тут только отчаянные могут залезть сюда. Не выходи из сторожки. Когда он обернулся, я аж чуть не обосрался. А почему? Да просто иногда люди вылазят из гробов. Люди вылазят из гробов. Странно. Ну это юмор у него, наверное, такой. Ладно, как только я одел одежду охранника, я пошел осмотреться вокруг сторожки. Иду я, значит, и увидел какие-то красные капли. Думаю, что такое. Ну это, наверное, был кетчуп. Вкратце, я изучил все кладбище и решил забить на эти красные пятна и пошел залипать в телефоне. Дело уже близилось к ночи, я решил немножко поесть и смотреть в окно. Я сижу почти врубаюсь и смотрю на улицу и вижу какой-то силуэт. Я сразу же взял фонарик и побежал за ним. Кричу ему, значит, «Эй, стой!» А он как рванул с места, вообще непонятно, куда он убежал. Я потому что пришел на то место, где он стоял, и там его уже не было. Он как сквозь землю провалился. Я не знаю, что это было, но он, похоже, убежал. Я сразу же проверил и переднюю часть кладбища, но там никого не оказалось. Я решил пойти дальше в сторожку. И, короче, когда мой мозг погрузился в телефон, в YouTube, я резко уснул. Утро. Я резко подскочил, осмотрелся, все вроде было чисто, и на телефоне у меня был завершен фильм. Также я увидел еще бабку, стоящую за воротами. Она просила меня их открыть. Она сказала, что ей надо проведать мужа. Короче, пока она там проведывала его, я решил зайти за сторожку на заднюю часть кладбища и посмотреть, что там. Иду я, значит, иду, и вижу... Ила раскопана! Нет, вы прикиньте, есть надгробие, а гроба там нету. Ну ладно, подумал, поди, а гроб позже привезут. День прошел очень быстро. Мы захоронили 3 человек, ну и время подходило к вечеру. Ну и этой ночью произошло то, о чем будет этот рассказ. Время близилось к 3 ночи. Сижу я, значит, залипаю в телефон, почти что опять врубаюсь и наблюдаю такую картину. С правой стороны вылазит из земли рука! Я чуть тут же не посидел. За этой рукой и все туловище вылезло. О господи, это было ужасно, я продолжал наблюдать. Спустя время еще из 2 могил вылезло 2 трупа. Я больше ничего не могу сказать, кто это по-вашему был. И короче, наблюдая, значит, такую картину, потом вылазит один трупник и переламывается в воздухе. Чтоб вы понимали, даже люди, которых мы сюда привезли, они, блядь, из своих могил повылазили. Что творилось дальше, это сущий кошмар. Среди трупов я увидел ту бабку, которая сегодня приходила кого-то там навещать, твою мать, она же была живая. И резко я услышал легкий стук в дверь. Я аж напосидел, походу, я не знал, что делать, я пытался вызвать полицию, ну, у меня телефон просто залагал и все. И потом я увидел икону, так как прошлый охранник вроде был верующий, я начал вспоминать все молитвы, которые я знаю. Я услышал ор и легонький удар в стекло. От этого ора у меня чуть кровь из ушей не пошла. И тут просто прилетает камень в окно. Я так начал понимать, что мне уже отсюда не выжить. И также я услышал, что позади меня разлетелась эта старая дверь. Я начал читать все молитвы вслух. Я увидел, что эта девушка, которая орала, она начала влазить в окно. Отчаявшись, я решил просто заорать. Что вам нужно? Вы же уже умерли. Мы не умираем, мы умираем.
все становимся скелетами. И я просто потерял сознание. Очнулся, значит, я уже в 7 часов утра, где-то так. Около сторожки никого не было. Я просто собрал все свои вещи и начал бежать отсюда. Когда я закрывал ворота, я увидел в сторожке глаза и голову этого пешника. Я просто начал бежать до дороги, чтобы поймать какую-то машину и уехать отсюда. И мне повезло, я поймал машину, сказал, что я заплачу любые деньги, и этот водитель меня отвез. С этого момента прошла уже где-то одна неделя, но я посидел на пол головы. И сегодня, приходя с работы с KFC, я увидел у себя на полу красные пятна и землю.